свою очаровательную соведущую Кристину. Buongiorno signori e signori, il mio nome è Cristina, vi presento il mio affascinante collega Igor. Спасибо. Нам выпала большая честь вести международный детско-юношеский фестиваль-конкурс в гостях у Пиноккио. И мы уверены, что каждый участник нашего фестиваля откроет сегодня дверь к будущим творческим победам, что станет еще одной ступенькой к достижению поставленной цели. Siamo sicuri che ad ogni partecipante del nostro festival si aprirà oggi la porta alle future vincite del loro percorso artistico, il che sarà un passo in più verso il loro sogno. В нашем международном фестивале-конкурсе принимают участие артисты из Италии, Германии, России, Украины, Белоруссии и Азербайджана. Al nostro festival internazionale si esibiranno artisti che vengono dall'Italia, Germania, Russia, Ucraina, Bielorussia e Azerbaijan. Максим Мушинский, он приехал из Украины, солист ансамбля «Калина» и выпускник Киевской национальной академии управления кадров культуры и творчества. Танец называется «Ключ к успеху». Il primo partecipante è Максим Мушинский, viene dall'Ucraina, solista del collettivo «Калина» e diplomato dell'Accademia Nazionale delle Arti di Kiev. La danza si chiama «Chiave al successo». Встречайте! Oh.
Где крынічка дажыць лесам і поле, ды на ваколе, гэта мой дом. Дзе дзяцінства маё з мёдам ды казкай, з мамінай ласкай, гэта мой дом. Ён пакліча мяне, прылячу на крыле, песню спяю па вясне. Васільковае неба, плыць журавліная, васільковыя далі, за неба край. Васільковая казка, кветкі любімыя, васільки, васільки, родны край. Народный ансамбль народных инструментов Республика Беларусь. Руководитель Наталья Табелкина. Ну что ж, спасибо за ваши аплодисменты. Данные, пожалуйста, дайте.
Для тех, кто понимает, организовать подобное мероприятие здесь, в Сан-Марино, в республике, где 50 на 50 километров всего территория, попробуйте представить себя на месте организаторов, попробуйте организовать фестиваль в каком-нибудь городе, в любом. Вы поймете, с какими сложностями вам придется столкнуться. То, что произошло здесь, сейчас, сегодня, в этом городе, на фоне этих замечательных просторов и гор, это беспрецедентная акция, и это говорит о том, что русские побеждают везде. Наша культура всегда будет интересна, наша жизнь будет продолжаться, мы готовим новые и новые сюрпризы. Я надеюсь, что это не последний фестиваль, который происходит здесь, он будет расширяться. Мы в первый раз организовываем на территории Сан-Марино детский юношеский фестиваль. Это беспрецедентное событие с точки зрения европейской культуры, потому что мало кто находит в себе силы подняться до этого уровня и попытаться сделать что-нибудь подобное. Я очень благодарен всем тем, кто согласился принять участие в этом мероприятии. Мне очень приятно, что организаторы нашли возможность пригласить меня. Я постараюсь максимально положить большее количество усилий для того, чтобы фестиваль Сан-Марино стал всемирно известным. Всего лишь вопрос времени.